в каком возрасте чаще всего они встречаются, то большие мировые исследования показывают четко, что это возраст примерно от 16 до 25 лет. Это пик встречаемости. После 25 лет этот пик идет резко вниз, и после 35 лет, вот я бы сказала, что это такая вот, знаете, как монотонная линия, она уходит туда глубоко, инфекции могут встречаться и в 80 лет, и в 75, и в 60, то есть это вы тоже очень хорошо знаете. Но когда вот смотришь на этот слайд, да, и анализируешь, что самый высокий пик встречаемости именно сифилиса, хламидия, гонорея и трихомоняз с 16 до 25 лет, ну вот чем половая система у них отличается? Ну почти ничем. Ну, у женщин, например, это некоторая незрелость эндокринная, потому что именно к 24-25 годам женщина, можно сказать, как тот плод с эндокринной точки зрения достигает, доспевает, получает свой пик эстрогенной насыщенности, а это значит самый толстый эпителий, много слоев, и это тоже защита от всяких инфекций. Если эта девочка молодая, ей 15-16, а тем более меньше, или очень уже, в общем-то, женщина, выходящая из репродуктивного возраста 45 и старше, там эта толщина будет намного меньше, потому что эстрогенов уже меньше. В молодости еще меньше, а в позднем репродуктивном возрасте, после 45 лет, их уже меньше. И вот получается, что они как бы в зоне опасности. Но я скажу честно, откровенно, я долго смотрела на этот график, анализировала, и у меня есть своя версия, которая, естественно, зиждется на понимании тех большого количества международных тренингов по инфекциям, передающимся половым путем. Но почему именно такая статистика? Почему в 10 раз больше встречается? Вот почему? Там в 30 лет меньше в 10 раз, а в 25 больше в 10 раз. А здесь проблема не в эстрогенной насыщенности и не в том, что дозревает половая система. Лично мое мнение, я его придерживаюсь, достигает 25 годам зрелости интеллект. То есть головной мозг созревает о том, что надо предохраняться, о том, что это несложно, о том, что это весьма доступно, о том, что предохраниться всегда дешевле, чем потом лечиться, и опыт сын ошибок трудных, ну и так далее. То есть ничем другим это не объясняется. Это объясняется тем, что молодежь вначале начинает пробовать, потом понимает, что первый же, у меня были такие, к сожалению, клинические случаи, первый же половой контакт у девочки, и она сразу же получила, к сожалению, и сифилис, и гонорею, и чуть ли там нежелательную беременность. И у нее было такое удивление, а что, разве с первого раза уже все возможно и это получить? А с точки зрения взрослого человека, взрослой женщины, это будет просто усмешка. Да, а почему ты решила, что это должно наступить с 5-го, с 25-го, 148-го раза, а первые разы ты как бы от чего-то защищена? Нет, наоборот. Наоборот, травма и инфекция еще лучше прилипнет. А беременность зависит, первое, от твоей фазы цикла, и второе, от наличия высокофертильного самца. Вот и все. Ну и все быстренько сошлось. И, то есть возьмите себе труд высчитать вообще дни цикла для понимания, и возьмите себе труд обучиться одевать средства защиты номер один, это презерватив.